Новый случай заболевания лихорадкой Эбола зафиксирован в Западной Африке. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса остановлено. А теперь специалисты опасаются новой эпидемии и активно следят за испытаниями вакцин от смертельно опасной лихорадки. Есть два новейших препарата, разработанных российскими учеными. Один рассчитан на здоровых людей, другой для тех, у кого иммунодефицит. По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, официально они будут представлены в конце января на исполкоме ВОЗ в Женеве. А поставки в Гвинею, по словам министра, могут начаться уже в марте этого года. Мы производим сейчас около 1000 доз в месяц. За 2015 год нам удалось масштабировать это производство, и с апреля месяца мы выходим на увеличение количества доз примерно в 10 раз до 10 тысяч доз в месяц. Значит, мы получили в настоящее время запрос Института Пастера Гвинеи на применение двух вакцинных препаратов на территории Республики Гвинея.